Всем привет, ребят! Это снова Демси, и сегодня у нас будет еще одна серия по тому самому переводу бритвы, который был в прошлый раз. Сегодня я его немножко дополню, а точнее покажу все самое лучшее, что мне удалось найти в этом самом переводе. А именно, мы с вами когда снимали прошлую серию, я не заметил очень много вещей. Сейчас я не буду говорить, каких именно, чтобы это все-таки была интрига, но в этом видео я соберу все самое лучшее, что мне удалось найти. Короче, вы поняли. Сейчас я запишу оставшуюся часть, что я именно пропустил, а для вас будет показываться что-то вроде подборки. То есть, самое неадекватное, что здесь есть. И, ребята, если вам нравится рубрика Ponies for Speed Most Wanted, то поставьте, пожалуйста, лайк. Я буду выпускать по нему еще больше видео. В общем, давайте начнем. Я не хочу затягивать серию, как было в прошлый раз, которая длилась 43 минуты, поэтому давайте приступим. Так, а что если мы попробуем продать какую-нибудь из тачек? Вы хотите продать эту машину за 250 тысяч долларов? Это навсегда уберет машину из вашего списка доступных машин. Вот это вот жесткая фраза. Я думаю, всем сразу станет понятно, что продавать ее нельзя. Давайте что ли зайдем в события, посмотрим, что здесь такое. Так, здесь краска, премия 220 тысяч дается, это хорошо. Уйдите от преследования и пометьте хотя бы 35 полицейских машин, чтобы завершить это задание. Пометьте, это в смысле, ну вы поняли, да? Пометьте. Мне нужно их хорошенько так пометить. Не знаю чем, но я думаю, что я справлюсь. Так, досье бритвы. Черный список 1. Бритва, да, поездка. Поездка BMW M3 GTR. Сила, все. У него здесь сила, это все. Стоп, что? Как его зовут? А ну еще раз. Седан Каллахан? Что? А по-моему его зовут Кларенс или Клэренс. Причем здесь седан? Они что, взяли и придумали сами это? Соревнование на время. Пройдите эту пробу на время меньше, чем за 2.40. Пробу? То есть не трек, не трассу, а пробу. Я попробую пройти эту пробу, попробую, но вы поняли. Задание краски даже есть. Здесь нужно пометить хотя бы 5 полицейских машин. Ну, это я умею, я в этом спец. Кажись, я придумал, какую нужно выбрать гонку в серии состязаний. Давайте мы пометим копов обязательно. Это ж одно из наших заданий, наверное. Нарушение, удар по полицейской машине. Я его, типа, пометил, да? Кстати, там же нужно... Там есть одно нарушение, называется «Ударь и беги». О боже, джип, что с тобой? Как я тебя поднял? Какого черта? Они не разбились? Ладно. Мне нужно это нарушение «Ударь и беги». Комбо-премия! У меня есть комбо-премия! Теперь я точно жесткий. Какого черта, копы? Это ваша диверсия была, что ли? Завершение соревнования. Уклонитесь! Я буду уклоняться! Или это нужно уклониться от ареста? Я что-то не понял. Короче, нужно уклоняться. Комбо-премия! Еще одна комбо-премия! Эх, легендарное охлаждение. Посмотрите, ребята, сколько премий я набрал. Победитель, ваше время, да. Время преследования. Разгромите полицию, я ее разгромил. Задание черной версии, да, я выполнил задание черной версии. И вообще заработал просто нереальное количество премий. Это ведь хорошо. О, кстати, здесь же даже советы есть. Давайте мы их почитаем, что ли? Прежде чем перейти к следующему соревнованию, вам нужно получить минимальное число премий. Ну, насчет премий я уже знаю. Мы с вами обязаны зарабатывать премии. Вы можете получить премии, выполняя вызовы. Но чтобы продвинуться дальше, вы можете использовать эти точки, где вам придется быть в роли преследуемого. Прежде чем у вас появится премия, вам нужно уйти от преследования копов. Так что, ребята, премия — это то, что вы не можете просто так получить. Ради этого придется попотеть. Но зато, как только мы это сделаем, мы станем самым разыскиваемым гонщиком с максимальным числом премий. А это не может не радовать.
Биография. Этот придурок настоящий пример для насмешек. В черном списке у него кликуха ВТАХГ. ВТАХГ? Это звучит странно. Наверное, они это не придумали. Возможно, это было в оригинале. Он ненавидит копов, и копы ненавидят его. Я знаю парня, который знает парня. Большой Лу. Этот здоровяк, состоящий из корейских мышц, считает себя бабником. Он сплошная показуха. Карл Смит, то есть барон, этот шалопай называет сам себя бароном. Черный список номер 6, то есть Минь, тот самый Минь, Гектор Доминго. Наверное, так. Поездка Ламборджини Галарда, сила фотобилеты. Стоп, то есть здесь гонки фоторадары называются фотобилеты? Я как-то даже не заметил этого, если честно. Вот это Минь. Базарят, что его тачка пришла от богатой киски, которая говорила, когда он должен был слушать. Что? Пришла от богатой киски, которая говорила, когда он должен был слушать. Кстати, да, знаете, что я здесь заметил? Тут у нас, когда мы заходим в гараж, есть такая штука. Внимание! Вы уверены, что хотите перейти в вашу квартиру? Что, у нас главный герой живет в гараже? Наверняка у него помимо гаража еще и квартира есть. Да и вообще, ставить машину в квартиру — это довольно оригинально. А теперь, ребята, мы пройдемся по текстам, которые возникают, когда мы переходим из меню в какую-нибудь гонку или в свободный полет, как здесь написано. Во время загрузки показывается некий текст, и в нем обычно пишутся какие-то советы. Я их уже заскринил, давайте мы их сейчас прочитаем, что же там пишется. Итак, первые у нас серии состязаний. Если вы хотите сменить темп, попробуйте серии соревнований. Но зачем мне менять темп? И что это вообще значит? Это какая-то пошлая фраза сейчас была? Или мне кажется, может, не знаю. Это 60 плюс гонок, которые дадут тебе проверить твои навыки вождения и уклонения. Конечно же, уклонения. Каждая следующая гонка более сложная, так что надо тренироваться. Ну, насчет тренировок я согласен, потому что тренировки — это жизнь. Ладненько, идем дальше. Дальше у нас крест. Не знаю, почему крест, может, потому что это кросс. Кстати, как вариант. Когда вы хорошенько разогрелись, можете немного остудиться, уходя от преследования сержантом Сержант Кроссом. То есть, блин, это звучит как... в каком-нибудь кулинарном шоу. Когда вы хорошенько разогрелись, можете немного остудиться. Кросс — самый опытный водитель в департаменте полиции Рокпорта. Наверное, его просто как шофера на работу взяли. Он будет постоянно висеть у вас на хвосте. Не, ну это, конечно, плохо, что он будет висеть у меня на хвосте, но это как-то так звучит. Следующее — магазины остановки. Не знаю, почему магазины остановки. Это похоже больше на заправку, да, на фотке. Но ладно, это у нас мастерская, или как ее называют. Магазин одной остановки позволит вам изменить внешний вид и показатели вашей машины. Новая икорка покажет вам категории, в которых будут открыты детали после того, как вы победите вашего соперника. Используйте ее, чтобы быстро менять меню и находить нужные детали для вашего авто. Изменение внешнего вида вашей машины понижает подозрения полиции. Чем больше вы сделаете изменений, тем меньше подозрений. Это звучит как рифма. Чем больше вы сделаете изменений, тем меньше подозрений. Синий цвет обозначает снижение подозрений на визуальных модификациях вашей машины. Там даже до конца не влезло. Настолько длинное сообщение. И, наверное, последнее – это скрытые места. Как только полиция потеряет визуальный контакт, то вы войдете в спокойствие. То есть мы буквально войдем в режим спокойствия, и все будет четко. В нем полиция отправится к последнему вашему местоположению и будет искать вас там. Лучшим способом оставаться незамеченным в режиме спокойствия является езда прямо к убежищу. Вот это да, какая прямота! Убежища являются видимыми на кате, только в режиме спокойствия. То есть на кате мы видим убежище. Ну, это нормально, катя ж не невидимая в конце концов. Как только спокойствие восполнено,
Это значит, что вы безопасно ушли от преследования. Я только не понимаю, почему тогда у нас в графе внизу написано охлаждение. Написали бы уже тогда спокойствие, почему нет? Ну типа, знаете, как в GTA-шке уровень спокойствия там и всего такого. Написали бы уровень спокойствия. Но больше всего мне, конечно же, понравилась фраза про Катю. Там, где написано, что убежища являются видимыми на Кате. Ну это логично, наверное, я думаю. Я только сейчас заметил, что когда гоняешься с копами, и у них должно быть подкрепление, здесь написано задний ход. Ну, то есть не подкрепление, да? А задний ход? Почему нет? Довольно-таки логично написано. Ну что ж, я готов получить плохую концовку. Коп, какого черта ты сам себя убил? Цивик Круизер! Блин, как тебя еще называть? Спасибо. Теперь я опять должен охлаждение или спокойствие проходить. Сколько можно охлаждаться уже? Камера полиции Рокпорта. Здесь вроде как нет никаких косяков перевода. А вот здесь есть насилие, ну то есть не нарушение, а насилие, номер 01 какое-то там. Итак, смотрим. Все ваши машины были конфискованы полицией. Вы уже не самый востребованный гонщик. Вы поняли. Выберите старт новой карьеры или загрузку, чтобы продолжить карьеру. Да. В смысле да? Эй, я не хочу нажимать да, здесь есть нет. Покажите кнопку нет. Вы уже не самый востребованный гонщик. То есть оказывается не самый разыскиваемый, а самый востребованный. Кстати, как вариант, почему они не перевели название вообще игры? Могли бы написать «Жажда скорости! Самый востребованный!» Или как-то так. Вы должны создать новый псевдоним для начала новой карьеры. Хотите создать новый псевдоним? Да, Дэмси Лёв, но нет, сейчас я этим заниматься не буду. Настраивайте яркость своего экрана, пока вы отчетливо не увидите два логотипа. Уменьшите яркость вашего экрана, пока вы все еще будете увидеть оба логотипа без рамки вокруг них. Гениально, гениально, я все понял. Видеообращение. Это видеообращение. Я уже все понял, мне хватило. Ну, давайте зайдем в карьеру, что ли. Продолжить карьеру, конечно же. Нас встречает свободный полет. Да, здесь написано «свободный полет». То есть, фрирайд — это свободный полет. И, кстати, у нас в статистике написано, что это премия. То есть, рейтинг здесь — это премия. Смотрите, ребят, на какую премию я тут наработал. 68 миллионов премии у меня. И кто это нас тут встречает? Ой, бритва! Здорово! Я такого перевода не видел, наверное, с 2010 или 2011 года. У меня тоже в свое время был какой-то такой перевод с бритвой. Причем даже хуже, чем который мы сейчас обозреваем. Вы уже близко. Продолжайте в том же духе и прижмите Ронни. Как же я его прижму? В смысле Минь? Это типа китаец какой-то? Ну, не хочу никого обидеть, просто интересно. Почему Минь? Если вообще в оригинале он Минг. Ну, то есть, могли бы написать Мин. Или Минг, как вот здесь. Они сами себе противоречат. Числа внизу показывают, что отделяет вас от драгоценностей. Вы поняли? Отделяет нас от драгоценностей. Хорошо, что ты знаешь, что нужно делать, чтобы сделать Эрла. Это, знаете, это как перевод в Сан-Андреасе. Я знаю парня, который знает парня. Хорошо, что ты знаешь, что нужно делать, чтобы сделать Эрла. Да-да, это философия по-мост-вондетовски. Соберите число и увеличите свои премии. Да-да, это именно премии. Чтобы сразиться с бароном. Большой Лу идет на большую сумму. Набери эти победы, и вы сможете получить, возможно, погоняться с ним. Только не забывайте о вашей премии. Вы получите небольшую премию, если победите его. Итак, вы знаете правила. Зарабатывайте премии, долбите соперников, сбивайте знаки, и Изи обязательно придет за вами. Следующий таз, номер 14. Проверьте очки, вам нужно бить по этим меткам. Ребята, вы проверили очки? Все ли там нормально? И, конечно же, нестареющие Санни. Почему нет? Полицейский департамент. Подписаться кросс? Захождение! Хронические нарушения. Задержите водителя по веской причине. То есть,
хроническое нарушение. Это как по дефолту всегда нарушает, нарушал и будет нарушать. Задержите водителя по веской причине. А что, можно разве по обычной причине его задержать? Уплаченные штрафы. Уплаченные штрафы ноль. У меня хоть штрафов теперь нет. В смысле, я никому штрафы платить не должен. Рейтинги. Какие рейтинги? Вы чего? Надо говорить премии. Длина погони. Ну, здесь вроде ничего особенного. Lamborghini Murciélago. Прикольно. Фенг. Исходная ошибка строки. Что? Какой фенг, исходная ошибка строки? Я знаю, какую игру ты ведёй, выродок. Ой, смотрите, что я здесь нашел. Поворот столов. Бритва опять. Что он хочет? Послушай, урод. Ты знаешь, кто это, поэтому заткни пасть и раскрой уши. Что за полосы? Алло, эй, точнее, ей, дружбаны. Еще ж можно говорить дружбан? Я даже не знаю, я такой старик. Ну, как дела? Похоже, хороший водитель не значит хороший вкус. Я думаю, что для ас репутация это все. Что? Не, все круто, я никого не хотел обидеть. Что это с твоей тачкой? Тебе наплевать, как она выглядит? Ну, чувак, я бы тут немного полосочек добавил моих любимых. Кстати, отправил это письмо проверка. Кросс это проверка, вы понимаете? Но кросс здесь называется проверка. Карандаш. Что за карандаш? Этот слабак готов погоняться с тобой. Сотри их в порошок. Подождите, а кто этот карандаш? А ну-ка, стойте. Щенок уже готов. Покажи его, парень. Это Вебстер? Он назвал Вебстера карандашом? Минь знает, что у тебя растущая репутация. Неправильно, растущая премия. И он больше не хочет момента, когда сможет одолеть тебя. Что? И он больше не хочет момента, когда сможет одолеть тебя? Я понял. Это против мира. Эй, милый, это я, Разор. Привет, это Рейзер. Гоняясь за мной, ты вздул немало крутых ребят. Я-то знаю, что все из-за меня нехорошего, но они то уверены, что козел здесь ты. Осторожнее в Рокпорте, а то не равен час. Как это они еще не перевели что-то типа... Эй, сладенький, это я, Бритва. О, смотрите, Биглу. Он здесь Биглу, а не Большой Лу. Он хочет прекратить гонку. Ладно, Большой Лу хочет погоняться с тобой. Он будет ожидать твоего хода. Моего хода. Я буду ходить первым. То есть здесь написано, что Биглу хочет прекратить гонку. А в объяснении пишется, что он хочет погоняться со мной. Как это возможно? Неверная файл. Неверная файл. Эй, это я. Я слышал, что тот коп, Кросс, очень интересуется тобой. То есть, Мия это уже он. И Кросса здесь не как проверку написали, а как Кросса. Бритва опять. Так, 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 в черном списке, пятый, браво. Однако не возгордись уже чересчур от своих успехов. Ибо тебе стоит обойти моих парней. А это, я уверен, будет далеко не так просто, как раньше. Хе, хе, хе. Это будет намного сложнее. О, Мия, о Разоре. Эй, как делища? Это Мия. Похоже, что Разор точит на тебя зуб. Думаю, что он никогда не думал, что сможет увидеть тебя снова. Мне приятно осознавать тот факт, что теперь он будет ездить, оглядываясь. Осмотрись пока что, и я перезвоню. Ну, вы понимаете, да? Как делища. Санни, похоже, готов проехаться. Эй, кореш, этот недоносок Санни хочет погоняться. Он еще просто сопляк, чтобы быть в черном списке. Настал твой шанс. Не упусти его. Бритва. Для изменить черный список. Что такое, клоун? Я рад, что ты наконец-то заявился на эти гонки. Я очень рад. Потому что жду не дождусь, когда заполучу эту тачку. Эй, ночная птица. Ночная птица. Похоже, что крысы выбрались из подземки. Посмотрим, насколько ты хорош в дневном свете. Подземки это в смысле из андерграунда, что ли? Это такая отсылка? Или что? Или это такой перевод дурацкий? И да, здесь есть то самое легендарное слово во время окончания погони. Это, конечно же, незабываемое охлаждение. И причем я никогда не замечал его. У меня оно тоже было. Путевые вехи? Что?
Это как-то странно. Короче, я никогда не замечал, чтобы было написано «охлаждение». Я всегда читал его как «охлаждение». Дорожные посты обмануты. Ушел от острых шипов. Разгромите полицию. Время преследования. Поврежденные машины полиции. Цена и нарушение. Краска. Премия. Уход от преследования. Состязание преследования. Так, что у нас здесь есть? Детали. Исполнение. И, конечно же, визуальный. Да, визуальный — это тоже важно. Смотреть тачку. В смысле смотреть тачку? Написано смотреть тачку. Я не могу смотреть тачку. Вы что, обманываете меня, что ли? Проверка. О, проверил. Нормально, да? Поездка на крыше. Вы понимаете, да? Не воздухозаборники, не что-то связанное с этим. Мы решили сделать проще. Ведь это же поездка на крыше. Что у нас здесь? Сток, пламя, родовой, полоса, флаг гонки, национальный флаг, корпус, уникальный и победители конкурса. Но здесь... А, я думал, будет нормально переведено. Каблазн, Ред Блейд, Граф Клоун, Майкл Лем, Тоси Род... Дольфи. Ну, наверное, это дословно с английского, но я могу ошибаться. Деколи. Это не наклейки, да? Как оно называлось? А, деколи. Сток, соник, вершина, перекос, видение или видение. Тут не знаю. Подрыв. Дабл клатч. Брейк стенд. Шпилька. Кстати, я всегда думал, что это в виде Бэтмена какого-то. Ну ладно, это моя тупая фантазия. Блеск и ускорение. О, давайте еще дрэг-рейсинг и все. Это было жестоко. Точнее, какой дрэг-рейсинг? Правильно говорить драг. По версии этого перевода, это драг. Это типа наркотик, ну вы поняли. Классный старт. Рано. Прекрасная замена. Надрев. Надрев. Если это рев, конечно. Может, это рев. Ну, вроде рев. Здесь есть золотце. Это вообще что? У меня было и золотце, и камикадзе одновременно. Почему Джевелс резко стала золотце? Потому что Джуэлс — это как бы с драгоценностями связано, да? И поэтому ее решили назвать золотце. Но это звучит тупо. Граф. У нас вместо Эрла теперь граф. Итак, ты знаешь, что нужно, чтобы сделать графа? Ну да, я знаю, в принципе. Он раньше был эрлом, стал графом. Поднялся человек в конце концов. Так что, ребята, я не знаю почему, но эрл здесь граф. Ладно, ребят, это все, что я хотел вам показать. Я старался находить все самое лучшее из этого бритвенного перевода, но если вдруг я что-то пропустил, то извиняйте, реально хотел сделать видео покороче, не на 40 минут, как было раньше. Надеюсь, что вам, ребята, данное видео понравилось, и вы поставите лайк. А это был Дэмси, конечно же, и самые лучшие и смешные моменты из бритвенного перевода в Need for Speed Most Wanted. Всем огромное спасибо за просмотр, и до скорого!